попали мы с Ромой под дождь, спрятались вот под такой скалой. Поэтому здесь какие-нибудь эти мыши есть. Может быть и есть, Рома, да. В новое место сегодня пришли. Верхний Пафос. Вон там вот госпиталь виден. Сейчас, Рома. Пафосский госпиталь главный. Только что зайца спугнули. Причем взгляды систематиков на этого зайца не знаю, какие сейчас, но я встречал в интернете информацию о том, что здесь капский заяц. Одни источники говорят, а другие говорят, что заяц русак. Какой на самом деле, не знаю. Что Ром хотел сказать? Здесь уже еще хамелеоны есть. Да, вот мы хотели сейчас посмотреть хамелеонов, поискать хамелеончиков. Но пока вот дождь пошел. И все хамелеончики попадались. Угу. Я думаю, недолго будет идти. Сейчас гляну, может, он уже прекратился. Аккуратно, Ром, не подскользнись, ладно? Сейчас я посмотрю, Ром, идет дождь, нет? Вроде прекратился, но большой риск того, что он опять пойдет. Потому что погода такая пасмурная, и по прогнозу погоды тоже дождь был. Нет, капает, еще идет. Вот тут вот такая роща с деревьями, там можно хамелеонов поискать, посмотреть. Там вот море, вот там идет дождь, там идет дождь, там идет дождь. Здесь вот просвет, окно, там вот просвет. Но периодически, временами он может идти. То есть вот этот дождь сейчас может до нас дойти, который вот там море закрывает от нас. Вот этот, и может он сюда дойти. Ладно, сейчас посмотрим. Место такое, довольно пустынное. От дороги вот решетка огорожена. Змеи тут наверняка есть. Раз даже зайцы есть. Хотя на зайцев очень активно охотятся на Кипре. Ладно, посмотрим. Так, тут вот какие-то желуди такие растут. С колючей шляпкой. Не знаю, что это за растение. На дуб, конечно, не похоже. Хотя, может быть, что-то из дубовых. Осматриваем деревья в поисках хамелеонов. А. Кеклики, да, вот только что отсюда взлетели. Несколько штук. Да, дикие куропатки горные. Вон один еще полетел. Вон они летят, стая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вон они полетели и туда вниз ушли. В город прямо. А они, Софа, далеко. Они очень-очень далеко. Они очень-очень маленькие, я их не видел. Нет, Ром, просто они далековато были, поэтому ты не увидел. Да, вон еще стая кекликов. Туда. Может, еще сейчас отсюда взлетят, посмотрим. Они вот, хотя вряд ли, они обычно, если срываются, то вся стая вместе. А, вон еще один полетел. Много их здесь, довольно обычные они здесь. Может, на них здесь не охотятся. Может, нельзя охотиться здесь. Практически у живых домов. У города. Так, давай сейчас на этом дереве. Вон еще там полетели два. Так, сейчас это дерево осмотрим. На предмет хамелеонности наличия. Еще, по-моему, кеклики есть. Слышно, там перепискиваются они.
Я просто посмотрел на iNaturalist'е, то есть недалеко отсюда были наблюдения хамелеонов. Я не знаю, как зимой с ними. Тем более в такую погоду, как сегодня, когда довольно прохладно. То есть вряд ли они будут активно себя вести. Тут вон козы какой-то домашней остатки. Чей-то там голос кекликов, что ли? Сейчас посмотрим. Голос чей-то слышен. Да, вон там кеклик сидит. Сейчас я его попробую сфоточь. Далеко там, правда, сидит. На краю. Все, ушел. Вон там они на краю сидят, кеклики. Пойдем посмотрим. Но они взлетят, они Нет, Ром, они в любом случае сейчас взлетят, когда мы будем подходить. Может быть, вблизи получится. Да, вот они прямо напротив города здесь. А в прошлом году я встретил прямо в самом городе пару, недалеко от отеля, в котором мы первый раз останавливались. Ром, потише, а то они сейчас испугаются. Надо молча подходить. Сейчас по-любому как мы подойдем сюда к краю. Целая стая, наверное, залетит. Они, наверное, будут внизу на склоне. Ладно, сейчас потише буду. Не буду говорить, чтобы не спугнуть раньше времени. Стая полетела, то есть они вообще где-то внизу там даже кормились. И здесь по-любому еще где-то есть птицы. Так что я их не вижу. Ладно. Сейчас вот оттуда я видел, вроде бы синий каменный дрозд взлетел, перелетел. То есть получается фактически прямо в городе живут эти птицы и кеклики, и синий каменный дрозд. Так, сейчас вот эти деревья осмотрим. Осматривай тоже, Ром. Два глаза все-таки лучше. Две пары глаз лучше, чем одна пара. Мне на Фейсбуке кто-то писал из местных еще в прошлом году, что хамелеонов тяжело найти еще по той причине, что они территориальны. То есть самец занимает какую-то территорию, и больше на этой территории нет самцов. А если это не брачный период, то, возможно, это не только на самцов, но и на молодежь, и на самок распространяется. То есть на какой-то территории только один хамелеон обитает. Площадь участка я не знаю, но получается, если ты не нашел на какой-то территории этого одного хамелеона, надо идти на следующий. Тут аккуратно, Ром, в обрыв не упади. Шансы найти его, конечно, невелики, но все-таки есть. Потому что также было немного шансов, наверное, и тюлени-монаха найти, но я его нашел. Или встретить, к примеру, кошачью змею. И
или гюрза. Шансов, мне кажется, тоже было не шибко больше, но я нашел их. Лягушку бедряги нашел. Нашел гологлаза. Поэтому сдаваться не стоит точно раньше времени. Вон еще кекрик полетел один. Отсюда откуда-то. Да, Ром, да, я помню. Я помню. Да, я помню, Ром. Там пойди, чтобы по краю, по обрыву здесь не идти тебе. Но это не тот Макдональдс, что у нашего отеля. У нашего отеля тоже есть Макдональдс, но это другой. Вот у этого Макдональдса мы выходили в прошлый раз и топали пешком отсюда до отеля. То есть это довольно далековато. Я ошибочно принял этот Макдональдс за тот. Так, здесь сейчас посмотрим. Жаворонки какие-то. Видимо, малые. Пойдем дальше. В море гроза, сверкают молнии, видно отсюда. Сейчас еще немножко постою, поснимаю, может быть, еще застанем. Там была молния, да. Не знаю, попала в объектив, нет? Угу. Вон там сейчас была. Отойди, а то нас достанет волна. Да, молния сверкнула сейчас. Недалеко. Сила природы. Морские волны и гроза. Вот сейчас гром слышим. Там вот маяк. Вот сейчас была там молния. Видел, да, красиво было сейчас.
прилив, что ли. Потому что когда подошли, волны не доставали, а сейчас уже достают. Вон там сейчас сверкнуло хорошо. Да, видел, Ром, видел. Ладно, пойдем пройдемся. Ладно, пойдем, Ром. Видел, видел, Ром. Прям в воду ударило.